GTA 5. Мы продолжаем в нее играть. Короче, это второй сезон и начинается. Первый сезон закончился тем, что Майкла покинула семья. И у нас черная тачка заменилась на какую-то красную. Я не знаю вообще, чья это тачка и почему она сейчас мне принадлежит. Если вы знаете, напишите в комментариях, вот я не знаю. Короче, с чего мы с вами начнем? Мы начнем с того, что велосипед сохранился, причем. Начнем с того, что мы направимся с вами к точке ФРБ, куда нас позвал Дэйв Нортон. У меня нос до сих пор еще плохо дышит. Но надеюсь, что это все ненадолго. Короче, поехали. Поедем мы на этой красной машине. Надо выехать еще отсюда нормально, постараться. Простите, пожалуйста, меня. Но аллергия, что-то свести уже все начало. Вот. Так вот и начинается все. Фигово. Джимми, сын Майкла, сказал, что забрал тачку своего отца на время. Хотя кто ему разрешал это делать, я не знаю. Ну, ничего, у меня еще красный фургон есть. Я поеду на нем. Кто мне запрещает? И еще новость одна про Red Dead Redemption 2. Вы меня давно просили поснимать эту игру. И в начале мая, короче, прохождение будет. В начале мая. Если я, конечно, сам не заражусь этим говновирусом. Потому что с каждым днем количество заражающихся в сутки становится все больше. Все потому, что некоторые не спешат самоизолироваться. Большая часть людей в мире. Это очень плохо. Ладно, мы приехали. Это что ж такое, а? Трое — это компания. Привет, Майкл. Дэвид. Вот это мило. А никто мне не сказал, что это двойной свидание. Извините, парни, это жеребец весь мой. Блестяще. Я Стив Хейнс, друг. Ты, наверное, уже это знаешь? Извини, но кажется, у тебя бейджик отвалился. Жестко, да. Мне это нравится. Надо будет это записать. И всадить тебе пулю в башку. Андреас, ты всегда записываешь. Это просто. Потрясающе. Ты обязательно должно войти в мое шоу. Ты мое шоу видел когда-нибудь? Как одеться ты словно коммуяжер в дешевом гольф-клубе. Итак. Отлично сработано в деле. Нашего друга мистера Ки. Не стоит благодарности. Обожаю помогать правительству, особенно когда оно воюет само с собой. Ты совершил ошибку. В самом деле. Заткнись, пока я тебя не задушил. Шутки кончились, приятель. С уважением относиться будешь ко мне и к моей команде. Уточни, что именно входит в твою команду. Только вы трое? Или все ФРБ? А может, все правительство? Почему вы до сих пор не проявили особого уважения к твоим коллегам? Тогда начнешь с меня, гений. Я все понял, приятель. Успокойся. В
К нам поступило сообщение, что мистер Ки удерживает в местном отделении управления. Я только что с ним разобрался. Люди из управления... Все и дурацкой выходки в морге. Нужно вытащить его, пока он не проболтался никому. Я же просто выполнил указание агента Нортона. Значит, твоя первая ошибка в том, что ты связался со старым агентом, который живет за счет былой славы. Теперь ты мой амиго. От дела зависит моя карьера, а она для меня много значит. И раз уж мы тут все стали друзьями и приятелями, она важна и для нас всех. А теперь бегите, детишки. Видишь, Дэйв, старого пса действительно нужно научить новым трюкам. У бюро есть участок на востоке Лос-Антоса, Квинтон Сервис. Тихое местечко для тайных операций. И что? Ну, в бумагах нет слова «федеральный». За честное и прозрачное правительство. Кроме случаев, когда тебе выгоднее, чтобы оно было закрыто и непрозрачно. Я просто марионетка, а ты за ниточки дергаешь. Неплохая тачка. Смотрю, устроился за счет налога. А у меня кажется... Мне кажется, на моей тачке двери не закрыты. Ну, в принципе, пофигу, я думаю. Ничего страшного не случится. Ты должен кое-кому позвонить. Первого парня зовут Франклин Клинтон. Я его почти не знаю, он просто чинит мою тачку. Звони ему или отправлю его дом тени. Ладно, ладно, ладно. Майкл, ты не вовремя, я тут занят, понимаешь? Извини. Но помнишь наш разговор? Процесс пошел. Нужно, чтобы ты подъехал на участок или ранчо недалеко от места, где мы встретились в прошлый раз. Понял, братан, все пучком. Я в Лос-Антосе. Теперь Тревор Филлипс. Да ты что, рехнулся? Я ему не буду звонить. Я знал, что ты скажешь, потому что мы ему уже... Поэтому мы позвонили ему уже. Это реально глупо, Дэйв. Тебе нужно подумать о плане. О том, как вытащить мистера Ки из офиса управления. Клинтон будет наблюдать за происходящим с другой стороны улицы. Филлипс, доставляй тебя на место, ты спускаешься и выводишь цель. Я лучший человек для твоей работы, да? Замечательно, ты втянул... В это Тревора, скажем, что все мази из ФРБ. Еще одна тачка из GTA 4. Тебе нужна будет поддержка. Все под контролем. Посмотрю, как вы проконтролируете Тревора Филлипса. Это будет вам трудно. Насколько он будет под контролем? Я не стану, может, светиться. Может, эта идея неплохая. Короче, вот это вот... Фердинанда Каримова мы продолжаем разыскивать. А его поиски мы начали еще в прошлой серии. Вот в конце первого сезона. Мы проникли в морг, но его тело там не нашли. Так что он жив. Знаешь, пожалуй, тебе лучше на дно залечь. А, кто этот хитрый чувак? Нет, я про другого. Не про тебя. Эй, ты завязывай с этим. Бредом. Франклин, честное слово. Лучше не ввязывайся в это. Да я с вами, я вас не брошу. Ого. Майк, тут какая-то фигня. Прям какая-то любовь сына, отца к сыну. Если хочешь кем-то замениться, есть варианты получше, чем эта жирная змея. В случае детей-то сожрет. Я же говорю, он псих. И лучший друг. И именно так. Тревор мой лучший друг, а это Франклин. Я хотел бы иметь такого сына, как он. Итак, парни, слушайте сюда. Тяжелую работу я беру на себя. Понятно? Тревор, от тебя нужно полететь к цели. Прикроешь ты меня с другой стороны, мы их порадуем, этих гадов. Начнем с чистого листа. Все ясно? И как же мы это сделаем? Они помогут вызволить Брэда? Насчет Брэда поговорим позже, ладно? Мне нужно переодеться. А вы беритесь за дело. Рад познакомиться, кореш. Как скажешь. На самом-то деле, Брэд мертв уже давно. Вы это в первой серии могли бы. А вот и он, раб правительства. Да, выкусит. Ну что, полетели?
Ладно, полетели. Не люблю летать на вертолетах, хоть честное слово. Да, вот полет на вертолетах вот реально очень бесит. Ну это, в принципе, недалеко, это где-то вот тут должно быть вообще. Мы на это здание прямо летим. Ой, только бы не столкнуться. Если что-нибудь отмочишь, пока я там, залезу вверх по этой веревке и повешу тебя на ней. Понял? Так, давай быстрее. Ровнее. Ну, поехали. Сейчас я тебе засуну эту фигню в задницу, и она твой обед еще раз приготовит. Думаешь, нам это запрещено? Нет. Я не знаю, о чем вы вообще говорите. Я занимаюсь кинооборудованием, а не камерами слежения. Хватай его за вторую руку, блин. Нет, 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 нет. Думаешь, ты такой крутой, да? Посмотрим, как ты запоешь, когда эта штука войдет тебе на все это. Бери смазку. На сухую, давай. Умники все думают, что ты мертв. Ты скоро пожалеешь, что это не так. Это еще кто такой? Убейте его. Так. Если вы, кстати, не поняли, кто эта женщина была, это Мишель из GTA 4. Она же Карен Дэниелс, на самом-то деле зовут ее. Которая была притворной девушкой Нико. А потом выяснилось, что она работает правительственным сотрудником из ОС-газеты. А вот этот Мишель здесь уже. Ой, мы, кажется, привлекли внимание вертолетов. Франклин, у тебя тут гости. Да, я скучать не буду по нему нисколько. Где еще вертолеты? Нападение на правительственных агентов — это объявление войны. Нам разрешено открыть огонь. Я сейчас упаду. Ты привязан, все в порядке. Да ладно, что, еще один? А, нет, я грохнул. Ну да, еще один. Вези нас на участок. Понял, командир. Франклин, прием. Пришло время покинуть сцену. До связи. Вы кто? Неважно, пока. Они сказали, что работают на правительство, а я занимаюсь домашними кинотеатрами.
Я не... Да мне плевать, кто ты. Тогда почему вы это делаете? Не беспокойся, у меня друзья в бюро, они тебе все объяснят. Вы меня спасли. Спасибо. Спасибо вам большое. Мне не стоит благодарности. Бюро, РБ, они все уладят. Я уверен в этом, не волнуйтесь. Они о вас позаботятся. Что эти люди мне только не делали? Я ведь американский гражданин. Но это не очень-то вам помогло, я смотрю. Тревор, давай, заходи на посадку. Пусть он лучше сам приземлится, а то я... Это трудно приземлиться нормально. О, тут моя машина уже стоит. Кто-то на моей машине приехал. О, офигенный фургон внизу стоит. Давай, Тревор, быстрее садись. Все, мы сели уже почти, давай. Ладно, идем. Где мы? Полегче с этим. Будьте. Ты же меня спас... Эй. Что? Что? Нет. Я сказал, полегче с ним будете. Надо ему дать передохнуть. Надо выбраться из этого дерьма. Шесть ришнов РБ. Да. Правда? Учишь, как состариться раньше времени. Он, похоже, действительно хороший парень. Ты только подумай, Майкл. Новый город. Новые проблемы. И не только идиоты не меняются. Пожалуй, да. Ладно, Тревор, еще увидимся. Да, даже не сомневайся. Интересно, а кто на моей машине сюда приехал? Она же не здесь была, так? Да-да-да, сохраняемся. Трое, эта компания выполнена. Новый контакт Стив Хейнс. Зашибись. Это еще кто такой? Парень, благодаря которому тебя не отправили в газовую камеру. Там он едет сюда, нам нужно поговорить лицом к лицу. Склад Дач Бон Бейн. Друг мой, мы не можем только... Мы можем не только с тобой разговаривать, да. Доберитесь до склада. Какого склада, интересно? Ладненько, поехали на этот склад, хотя я точку к своему дому уже поставил. Ну фиг с ним, что поделать. Давайте поехали на склад на этот. А, можно Майкла выбрать. Завязал бы с этой гадостью ты. Бум. Я в отличной форме. Ага. И с тобой, Пончик. Ты псих. Долбанный. Не потому, что в хорошей форме. Давай. Жирный трест, не жалейся. Да пошел ты. Наверное, сам уже хочешь. Ой, господи. Я только что это своей жене сказал. Ты его морду видели? Оу, дамочки. Ну ты манда. Теперь вы... Я тебя знаю, а тебя... Тебя не знаю. В общем, может... Так и дальше останется пока. Стив, братишка, это было замечательно. Он похож на людей из телевизора, которые рекламируют таблетки от... дисфункции. Дэвин Уэстон, мой хороший друг. Так что придержи язык, чтоб ты знал. У него женщин-то больше, чем у пастуха, например. Офигенно сказано, надо это запомнить. Ты. Где мы встречались? Да нигде. Да нет, встречались. Эй, а что мы здесь вообще делаем? Вот что. Прошу вас, уберите от меня. Фердинанд, он уже ушел.
Теперь у тебя тут новые друзья. Это Майкл, а это... Это Тревор. Нет, в общем, наш друг. Говорит, он ничего не знает. Я ничего не знаю. Ничего не знаю, серьезно. Прошу, пожалуйста. Знаешь про азербайджанцев? А? Азербайджанцев? Я делаю визуальные записи. Вот там главный. Цена хорошая, VIP, понимаете? Ты шпион. Нет, я не шпион. Какому из управления это неинтересно? Тоже хочу знать, что ты им говорил. Что они тебе сказали? Я им говорил. Говорил то же самое, что и вам. Да. И что? Я... Ничего такого... Дом в Рокфорд-Хиллз. Его владелец работает в консульстве. Это все, что я знаю. Серьезно? Да. Мы разговариваем сейчас с вами. А вы поезжайте на Рокфорд-Хиллз. Когда узнаем, кто именно нам нужен, вы его ликвидируете. Потому что это меня все достало. Отпустите меня. Что за фигня? Я думаю, сейчас самое время, наверное, прокатиться. Ты работай давай. Не обращай на меня внимания. Этот парень твой сосед, что ли? Не знаю, я его не видел никогда. Дверь закрой. Все, я вижу твоего босса, тем сильнее мне он нравится. Я бы не был бы таким разборчивым на твоем месте. Значит, он может стать проблемой? Конечно. Мы ничего сделать не можем. Если с ним что-то случится, я окажусь под микроскопом. Под микроскопом. И тогда мне будет очень сложно тебя не выдать. Да фиг с тобой. Теперь вообще сложный секрет хранить после того, как ты Тревора в это дело втянул. Ой. Да что же такое, а? Тревор, наверное, этому чуваку крышу снесет. А может и даже и хуже. He knows I got money, and now he knows I'm working with the FIB. Does he know how long you've been working with the FIB? How long? The fuck does that matter? Either you were working with us before the cash. Watch it! Блин, подлагивает чуть немного. Он меня точно подлагивает. Это не у вас тормозит, если что, это у меня. Начинает тормозить что-то игра немного. Ну, вообще, такое редко бывает. Вообще, сколько ехать надо? А, приехали уже, почти ничего страшного. Да что же это такое, а? Я хочу побыстрее приехать и только врезать в чужие машины. Back then, sure. Not now. This is bullshit. Фигня какая-то. Это здесь Дэви? Они снимали здесь всякую ерунду. Нет, это точно не наш клиент. Ладно, я позвоню сейчас Стиву. Это не тот дом. И мужик тоже не тот. Так. Вы точно его не хотите замочить? Так, на всякий случай. Мочить мы будем только тех, кого нужно. Давай другой адрес. Ты кофе не хочешь? Это был не тот азербайджанец. Надо узнать у мистера Ки другой адрес. Выбери инструмент и займись им. С чего мы начнем с тобой, а? Нет. Скажи, чего хочешь, посмотри на меня. Начнем с чего-нибудь пожестче.
Я могу умереть. Не бей меня. Нет, 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 нет. Слышь? Отпусти его, все. Мистер Филлипс, спросите у него про Тахира Джавана. Чего же вы сразу-то не сказали? Да-да-да. Ставил ему домашний кинотеатр. Он живет в Чумаше. Прямо на западном шоссе. Ну вот, совсем не сложно, правда же? Слышали, что он сказал? Он живет в Чумаше. Чумаш. Значит так, машину ты поведешь. Терроризм не дремлет, не забывай об этом. Вот козёл, а. Так, тачка уже восстановилась каким-то способом. А ехать долго? Ничего, если будем ехать быстро, то доберемся быстро. Тут ехать прямо, в принципе, надо. Как Стив и Тревор там ладят? Они сотрудничают плодотворно. Ему применение нашлось. С ним нужно разобраться. Ты отпустил его там? Ты говорил, что уладишь дело в то, что было в Северном Мьянке. Ты говоришь, будет чистая работа. В этом городишке свидетелей много. Ведь это именно он, кстати, это Дэйв. Убил Брэда и ранил Майкла в первой серии еще, помните? Ну, если вы смотрели, конечно, и в прологе GTA 5. Короче, мы приехали. Несколько лет назад в федеральную систему пришло письмо на имя Брэда. Так пофигу. Пойдет. Так, узнай, кому мы ищем. Нам понадобится описание цели. Ага. Я сейчас разберусь. Подготовь его. Нет, я расскажу все, что вы хотите узнать. Займись. Нет, не надо. Начнем с чего-нибудь, парни. Посмотрим, какие у тебя зубы. Они стерильные. Я придется забыть немного на некоторое время о стейках. Че? Эй, очнись, сейчас. Ты готов говорить? Я был готов говорить полтора месяца назад, когда меня похитили. Этого мы и боялись. А сейчас... Расскажи нам про этого человека, как он там выглядит. Среднее телосложение, средний рост, средний возраст. Похоже, ты что-то скрываешь. Средний рост, средняя комплекция Короче, азербайджанец. Этого хватит? Сейчас посмотрим. Ты не так-то просто. Тут много таких. Они все, по-моему, азербайджанцы. Только... Тут половина жителей с Востока. А кто именно нам нужен, тут вообще фиг знает его. Позвони еще раз. Побольше, узнай. Нам нужно больше инфы об этом парне. У них там вечеринка какая-то. Так, приятель, не пойдет. Ты опоздал, Тревор. Дай ему приз.
Даже не забывай, это самый тяжелый, самый больной инструмент. Давай, говори уже. Ну и что ты нам скажешь? Или Трефф опять тебе должен заторможить? Не надо, нет, у него есть борода. Густая борода, огромная. Мне кажется, ты выдумаешь. Не, это правда. Серьезно? Я правду говорю. Есть там густые бороды? Да. I need eyes on that party. Pick up the scope and give me a report. Who am I looking for? Steve. Вот один с густой бородой. Еще один. Let's start at Mountain Man and we'll work our way down till someone fits. Еще один вот с густой бородой. Тут полно бород. Подбородками-то они славятся, походу. Еще один вот. Нам нужно еще больше информации. Я смотрю, ты не очень-то торопишься выдавать информацию. У него борода есть. Он курит. Курит, как паровоз. Тревор, давай еще разок. На всякий случай. Единственное, что у нас еще осталось. Тут все законно. Я захлебнусь. Ты что делаешь? У меня кровь во рту уже, а ты что делаешь? Не волнуйся, все в твоем сознании. Поднимем его. Он сладко спит. Не хочу его будить. Ой, вот это больно будет. Я еще здесь. Мистер Кей, я ничего больше не знаю, прошу вас. Тихо. Все в порядке. Он без конца курит Редвуд. Че? Он без конца смолит, он левша. Хорошо. Короче, там бородатые курильщики есть? Нам нужен парень, который курит 1-2 пачки в день. Сигарет Редвуд. Спасибо, мистер Кей. Он говорит, Стив говорит, что курит Редвуд. Если не убьют его сигареты, то парень, который ставит предупреждение на пачке, и он левша. Я должен убить человека, потому что у него борода? Сигареты, и он левша. Должен убить его, потому что он угроза для национальной безопасности. Все остальное это мелочи. Да, вот ночью видно, конечно, очень плохо. Нет, это точно не он, потому что у него бороды нет. Здесь я вообще не вижу таких. Ага, может этот? Вот, мне кажется, это вот этот. Очень даже подходит под описание. Да, мне кажется, что этот. Один есть, он определенно левша, курит Редвуд, бородат, и, возможно, азербайджанец. Кто им там? Сойдет, Стив. Готово все. Вот, на этом и все, друзья мои. Вы оба молодцы. Теперь ждет матч в ракетбол. Я бы хотел, чтобы ты позаботился, Тревор Мистрик. Что я должен с ним сделать? Скажем так, он нам больше не понадобится. Заткнись. Вот умница. Давай, пошли. Куда ты меня ведешь? Да давай уже, пошли. Эти чинуши не указ мне. Тогда зачем ты питал меня? Да, не надо этих вопросов. Пошли, вставай. Давай, поднимайся по этим ступенькам.
Да что же это такое? Вставай. Пошли. Тебе нужно на самолет. Поехали в аэропорт. Надо пристегнуть тебе ремень. Так, как твой рот? Болит. Говорить-то можешь? Более-менее. Справишься. Я хочу домой, к своей семье. Нет, у тебя нет дома, ни семьи. С этим все покончено. Они есть в Маринвуде, я их очень люблю. Да нет, это все в прошлом. Теперь ты вне системы. Ты невидимка. Отвези меня домой. Я отвезу тебя в аэропорт. Ты сядешь на самолет и улетишь из этой страны. Передашь послание всему миру. У меня нет никакого послания. Ты ходячая реклама пыток. Реклама. Если правительство хотят убедить нас, что вещь не пытки, это необходимость. Якобы они помогают получить информацию. Разве мы получили от тебя какую-то информацию? Я рассказывал все, что знал. И именно пытки для этого и нужны. Чего ж там люди ради удовольствия это пытают? Для получения информации пытки-то не очень-то годятся. У меня голова кругом идет. Иногда ты пытаешь, потому что жертве это нравится. Но только за большие деньги. Не очень плохо. Ты, кроме себя, ни о ком больше ни о чем не думаешь. Подъезжаем уже. Мы на месте. Беги, ты свободен. Но здесь моя семья. Скорее всего, они тебя и выдали. В общем, никому больше не доверяй. Ты один, Зенёшиня. Правда? Да, теперь беги. Давай, быстрее. Все по инструкции. В общем, такой вот у нас получился сегодня выпуск. Всем огромное спасибо, что смотрели это видео. С вас лайкос и подписывался с меня обычные видосы. Подписывайтесь на запасной канал и группу ВКонтакте. Всем пока.